Всем привет! У меня тюнер GS2236 Plus. Проблема заключается в том, что у меня перезагружается тюнер. Я включаю. Ведь он включился. Грузится. Вот он включился. Я перемыкаю. Видите? И он опять перезагружается. Выключился тюнер. Опять включить. Вот он опять начинает загружаться. И все по кругу. Попробую снять блок питания. Посмотреть, что там вообще случилось. Что там происходит. Здесь 4 винтика. Их нужно раскрутить. Аккуратненько отверточка. Кстати, когда я вот открыл крышку, было очень много пыли, пыль я протер. Снимаем саму крышку. Так, ну тут внизу все нормально. Удивительно, но проблема решилась очень просто. Я посмотрел здесь все конденсаторы, которые часто, знаете, набухают и приходит негодность. Они все рабочие. Вот как видите, вот все отлично работает. Проблема оказалась в пыли. Пыль на плате приборной панели. Я взял ватку, спиртик, аккуратненько протер плату приборной панели. И вот сейчас посмотрим, как она будет включаться. Видите, включилась. Переключаю каналы. На больше, ставлю на меньше. Все переключается и перезагрузки нету. В принципе, на этом весь ремонт и закончен. Если видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Всего доброго, до новых встреч.